Да, я Есенина, лирик и поэт, с осенью молодой, выхожу на свет, красивый и молодой. Но если она погибнет, мне не сдобровать, мне уже узок жизни ворот. Кому я нужен буду с разбитым глазом и распухшей рожей, еще один, развеянный во мраке, чтоб через век свечой гореть. Подайте ищущему, братья, без ваших рук мой зъесмь слабеет. Без вас кругом я виноват, и распадается наш брак, и расползаются киты, что вертят землю на оси. Да, друзья, мы собираемся на вебинар о развитии качеств человека будущего. Что это означает? Это означает, что человек будущего имеет способность и качество в условиях неопределенности, в цейтноте времени принимать неординарные решения, да, которые спасут его, самого себя, его близких и все человечество. Это очень важно, потому что чем шире масштаб мышления у человека, тем больше, о чем он переживает. Нормальный человек волнуется не только о себе, но и о близких, и обо всем человечестве. Чем шире масштаб мышления? Потому что когда у нас включается инстинкт самосохранения, выжить, когда у нас стресс, когда мы в условиях неопределенности, и вот эта многозадачность, так называемая, в цейтноте времени, мы думаем только о себе, а вот будешь думать о себе, один и останешься. Да. Вот значочек у меня, видите, вот здесь вот. Да. Это Институт машиноведения Академии наук. Я там был ведущим научным сотрудником. Передаю профессору Палилову и профессору Петухову, с которыми мы работали. И дружим до сих пор. Великие люди. Они и физики, и лирики. Да, я считаю, что человек будущего должен быть, как и всегда, как все великие люди. Они и на скрипке играли, и картины рисовали, они и стихи писали. Вспомните Пушкин. Пушкин, когда писал какое-то произведение, автоматически женские головки рисовал. Вы знаете это, участники школы человека будущего, Homo Futurus, знают, что автоматические действия снимают напряжение. Ровно так, как вы ходите туда-сюда по комнате, качаете ногой, как вы делаете синхронизирующие приемы, метода ключ, а на вебинаре у нас описание будет ниже. По ссылке на вебинаре у нас будет новые приемы. Новые приемы, которые очень быстро развивают творческие качества, качество человека будущего. Да, иначе жизнь на Земле зачахнет. Будет какой-то новый момент неопределенности, будет какой-то кризис. Не дай бог, упадет астероид на Землю, и мы все вымернем, как вымерли мамонты. Да, сейчас очень сложное время, и поэтому я вам всем рекомендую, приглашаю в нашу школу, на наш вебинар, да, развитие качеств человека будущего. Как стать человеком будущего сегодня? Потому что наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя, развивать свои возможности с помощью метода ключ и новых элементов ключа. Такого в интернете мировом нет. А мы вам даем. Да. Так что, пожалуйста, ссылка в описании под видео. До встречи, друзья. Очень будет важно, полезно и не только интересно, но и практически важно для нас, для каждого. И для меня, потому что я получаю радость, когда я делюсь этим с вами. До встречи.